Так, мне нужно куда-то это все спрятать. Я сейчас вот это в сумку, все в сумку. И я, наверное, унесу в ту квартиру. Блин. Ну, этот Вася достал уже и в сумку, ничего не влазит. Как хорошо большие сумки в доме есть. Самое-то главное забыла. Ой, как хорошо все вошло. Идеально. Идеально. Ой, как тяжело. Я же забыла Opel Touch новые очки. У меня новые очки Opel Touch. Вот Touch, Opel Touch. Он надо все надо носить, потому что, не дай бог, это... Он же утащит, утащит. Пропадут. Пропадут часы. Все, теперь носить буду. А то я забываю. Так, ну все вроде спрятала. Боже мой. Все закрыть. Короче, он же везде лазит у меня там. Кто? Я уже и часы одела даже, которые не носила. Он вчера... Ты мне звонила. Но... Да, он вчера лазил, рылся. Я вот всю сумку сложила. Угу. Все здесь, все, все мои эти. И тебе на хранение здесь оставлю, потому что иначе все, капец. Мам, ну дело-то серьезное. Может, ты его отправишь все-таки на родину? Куда на родину? Ну, в садку. Ну так он еще пока не собирается. Я ж не могу ему сказать, давай упетывай и под зад пинком пнуть. Не, ну если шарится, то это делать серьезно. У тебя есть какая-нибудь камера, вот эта вот детская бейби? У меня диктофон есть. Диктофон тебе мало чем поможет, он же тихушник. Камера. Ладно, оставляй. Давай по это, как они? GoPro? GoPro поставим везде. Не, он ее заметит. Он же прошаренный. Так, ладно, я оставляю сумку. Угу. Все. Положи ее сюда, туда. Я сейчас спрячу куда-нибудь. Чего ты там роешься? А? Надо? Чего надо? Ты меня не пускаешь? Давай уходи, все. Давай в свою квартиру. Я ничего не поняла. Куда уходить? Чего уходить? Куда? Люба, в черный сумке. Ты помнишь, что в черной сумке там? О, да ты тут за ширмочкой. Ну и что там? Он медали искал. Ну? Медали искал. Ну? Ты хоть помнишь, что в черной сумке-то? Ну, медали. Мама! Лёва, это же бабушкина сумка, которую ты нашел. Давай открою. Да я вообще не помню про нее. А что, где медали, где документы? Документы полиция забрала. А, точно. Так он за ней охотится? Ё-моё. А что это? Пройти, что ли, медаль? Так они ничего не стоят. Я помню, у меня в детстве такие шоколадные были. Нет, он другие какие-то медали искал. Антиквариат, какой год? 61-й год. Это одевать на пальчик. Ага. И когда шили, на пальчик одевали, чтобы пальчик не прокалывать. И вот так шили. Похоже на ведерко для песочницы. Да. Дальше. Сим-карта сына. Ну-ка. Сим-карта МТС старого образца. А там деньги-то хоть есть? А где флешка? Какая? О, а что так мелочи много? Флешка. Ты что, впервые в жизни флешку увидела? Давай вставляй. В кого? Вставь в компьютер, посмотрим, что за флешка. Теперь можно. Нифига себе! Что, правда? 5 миллионов! Ну тут написано расчетный счет СБ, значит указан номер, значит СМ, я не знаю, что такое СМ. Я сейчас в обморок упаду, а кому это сюда ставить? Остаток на счету 5 миллионов рублей. Обалдеть. И долларовый счет на 140 тысяч долларов. Пароль, цифры и в конце написано... Как тебе вкусно духами пахнет. Ну мам, ну не сейчас, у нас тут цифры обсуждаются, очень важные. Ты знаешь, что в конце пароля 4 буквы, КПСС? Да буквы тебе что-нибудь говорят. КПСС, слава КПСС. Еще скажи Ханза Майер, Букер де Фред. Букер де Фред. Ханза Майер, Букер де Фред. Она, наверное, в партии состояла. Может, она депутатом была какого-то созыва. Вот откуда у нее такие деньги-то. Так вот откуда у нее с Лениным-то медаль-то. Ну, слава богу, что не фотография. Точно, так она вообще какая-то была крутая бабка-то. Вот она, с
Ленина. Ты мне покажи ее, что я не вижу. А, я наколола пальчик. Да нет вируса-то здесь, это же давно сумка-то лежит. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ну, видимо. 5 миллионов! Наконец-то вы меня Дубай с собой возьмете, а не как в тот раз. 5 миллионов. Ой. Мам, ну я посчитал маленько, значит, учитывая то наше состояние, которое у нас сейчас, то ночевать ты останешься в моей комнате сегодня. Ты что, сынок, я не могу. У меня там Тедди, у меня Мася. У тебя там потенциально опасный преступник, который может изъять у тебя все медали, все грамоты и все награды. Тогда ты идешь ночевать с ним туда. А почему я с этим дебилом? Мальчики с мальчиками. Мам, нет. Мам, ну давай не будем устраивать это, мам. Нет, Лёва, нет. Раз заикнулся, все, идешь туда. Ладно, без вопросов, я в принципе. Может, Михалыча отправим? Серёжа, я должна остаться здесь ночевать. Я должна остаться здесь ночевать. Зачем? Ты уходишь в ту квартиру. Нет, у тебя... С Тедди и с Массей. Нет, у тебя... Я должна здесь. У меня там расчетный счет. 5 миллионов. Куда неси? Мне нельзя туда идти. Почему? Потому что 5 миллионов у меня на счету. Я не пойду, сюда неси счет. Значит, пойдет Лёва, все. Ты что делаешь? Куда ты собрался? Ну, 5 миллионов уже на счету. Надо же как-то соответствующе выглядеть. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. 5 миллионов. Но еще не факт. Я сейчас еду в Сбер узнавать по поводу наличия денег на расчетном счету. Заодно мы проверим подлинность. Есть ли такой счет вообще? А где у тебя вообще пуговка? Слушай, не задавай такие каверзные вопросы. Я ухожу. Ой, какие проблемы с этим Васей. Проблемы прям. Все, как он приезжает, начинаются проблемы. И почему, откуда он знает, что у меня есть? Сына, а кто ему сказал вообще? Откуда он знает? Про медали, про счета, про флешки. Сынок, а что ты так челку сделал? 5 миллионов же на счету, надо же как-то в банке ехать более-менее прилежно. Ну да, Вася хорошо подстрижет. Да, хорошо сделал. Молодец. Единственное, что-то хорошее в нем. Да. Слушай, ну давай поразмышляем. Кто может из наших с ним контактировать? Бабка. А, сынок, Михалыч же созванивался с ним. Может быть, позвонить капитану полиции и спросить, жива ли бабка или нет. Может, я все это делаю зря? Все-таки перестрахуюсь. Алло, здравствуйте. Помните, я обращался к вам по вопросу, связанным с бабушкой? Да, видеоблогер с камерой. Помните меня? Ну да, было такое дело у нас. Значит, я хотел спросить, жива ли вообще бабушка? Как там она? В каком состоянии она находится и где? А родственники объявились ее? Не, ну слушайте, я понимаю, что информация конфиденциальная, но я же помог вам это дело раскрыть. Мы нашли преступников, мы нашли клад все-таки. Ага, родственников, значит, нет. Слушайте, а вы вот как юрист вообще в целом можете меня проконсультировать? Могу ли я, например, объявиться родственником и, ну, воспользоваться, например, некоторыми данными этой бабушки? Ну, например, если, чисто теоретически. Ага, не могу. Но она жива, да? Ага, спасибо. Угу. Да, всего доброго. Так, класс. Раз родственников нет, она жива, значит, я должен сейчас сходить в Сбер и узнать, есть ли этот счет на самом деле. Пойду. Привет, сладенькая. Мам. Мам. Ну я же сходил в Сбер. Нужен либо родственник, либо законный представитель бабушки. Алло. Да. Я тебе по межгороду звоню. Ну если связь плохая, выйди на балкон, да. Ну ничего, у меня пока все безуспешно. Я у них уже третий день здесь нахожусь и ничего такого интересного пока не нашел. Братан нарисовался. Здорово, морда челябинская.
Чё делаешь? Жрёшь, да? До меня дошла информация, что троишься в наших вещах. Это так или не так? Так. Слушай, давай я не буду лезть в твои дела. Ты не будешь лезть в мои дела. На этом мы с тобой разойдемся. Я понимаю, что у тебя есть какие-то разногласия, недомолвки по отношению ко мне. Но ты пойми, чтобы прийти к решению консенсуса между нами, мы должны найти общий компромисс. Я это, кстати, у книжки вытащил. Он там, значит, у нас в туалете лежал. Ну, слушай, давай, короче, это, заканчивай. Все нормально, все тихо. Я отдыхаю, ты молчишь. Понял? О, рис вкусный. У нас такого в Челябинске нет. Вась, я тебя предупреждаю. Это не угроза. Я говорю тебе спокойно, на данный момент, что если еще что-то будет замечено с твоей стороны, то, к сожалению, нам придется с тобой распрощаться. И все остальные дела, переписки, наше с тобой общение будет происходить в полицейском участке. Да-да, у меня есть знакомый детектив Пончиков. Да, да, он сможет мне помочь разрешить этот консенсус и прийти к общему компромиссу. Давай поедим.